очень часто воздействуют на людей, когда не воздействуют другие способы. Мне почему-то захотелось себя принести в это пространство тоже. И я благодарна Петру Акимову, который влился в это пространство. Да, а теперь мы сыграем такую простую махровую попсу. Две песни с моего последнего альбома, который называется About Love, которого нет в продаже пока в виде диска, который есть онлайн. Nobody sees the earth slowing. ныне умирающий. За гитару большое спасибо группе «Лепота». Сапожники сам. Слышно гитару? Есть. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Много очень разных интересных музыкантов. Я очень рада, что все здесь. И спасибо вам еще раз. Сообщество «Музыка помогает» началось при инициативе, хуже, наверное, нельзя сказать, при инициативе. В общем, мы это придумали вместе, в том числе с поющими клоунами. Да, поющие клоуны — это Илья Артимец и Юлия Лепина, представитель. В общем, я собрала все штампованные слова. И сейчас я передаю слово группе «Лепота», чтобы им многословно. Их выступление перейдет выступление клоунов. Приветствую. Мне осталось только это сказать, ты прав. Это был звонок от Людмилы Щербаковой, которая тоже поющий клоун, и которая, видимо, бежит уже. А где она? Ну, где-то бежит, здесь не берет. Ну, она здесь была. Хочется вот продолжить настроение, так, это тон, который задала Алиса. Поэтому мы начнем не с того, с чего хотели. Продолжим не тем, чем репетировали.